Привет всем, Ромарио Маркелос на связи. Ну что, получил посылку от выживанского Донателло. Ставропольского края! Она шла. Посылка небольшая, такое чисто. Он решил мне сделать подгон. Посмотрим, что там. Посылочка. Ходил в СДЭК, забирал его. Такие лотки. Мяко. Что же здесь, да? Что же здесь? Я-то знаю, что здесь, а вы не знаете. Сок. Но какой сок? Гарантия лучшего вкуса. Ну это, я так понимаю, это коробочка от него. На самом деле, здесь сок свежедавленный. Сам выживанский Донателло давил своими лапами. Истекал кровью, мучился, но давил. Сейчас посмотрим. Я заказывал сок без сахара. Надеюсь, он тут это не превратился в винище. Пробуем. А, какой аромат. Это виноградный сок, походу. Пахнет виноградом. В честь такого праздника мы достанем нормальный бокал. Видите, какой бокал? И нальем сока. И снимем пробу. Сок просто офигительный. Это мега, мега вкусно. Дружище, спасибо тебе. Я чувствую, что у меня тело наполняется жизненной силой. Волосы на бороде начинают темнеть. И проходит головная боль какая-то. Это великолепно. Спасибо тебе, дружище. Лайк.